Незнакомая. Степан Щипачев. Читает Павел Беседин. Субботний день. Уже темно. В работе отсверкал. И ты сидишь в фойе кино. На сквозняке зеркал. С раскрытой книгою. Одна. Хоть парочки кругом. На шее родинка видна. Под легким завитком. И бровь надломлена. Строга. Когда ты смотришь вниз, в привычных садинках рука касается страниц, заметно пальцы погрубей, чем у иных, чуть-чуть. И я хоть что-то о тебе по ним узнать хочу. Субботний день, уже темно, в работе отсверкал, и ты сидишь в фойе кино на сквозняке зеркал.